Несмотря на международные запреты, Кызылташ вышел на футбольное поле и сыграл против турецкой команды. И стадион заполнился своими болельщиками. Кызылташ и футбол победил. Футбол победил. Эта фраза стала лозунгом Кызылташа в Турции. Спустя несколько дней борьбы и ожидания, крымский футбольный клуб все-таки вышел на турецкое поле и сыграл свой первый матч за границей. В Турции есть спорт, есть футбол, да, который не имеет границ. И именно благодаря этой спортивной позиции, да, нам удалось сейчас сделать то, ради чего мы сюда приехали, сыграть свой первый международный матч. В принципе, то, чего мы хотели, мы сегодня так или иначе достигли. Вместе с футболистами из Крыма в Стамбул приехали и болельщики. За своих горой такая поддержка придавала Кызылташу сил к победе. Мы все рады, довольны и воодушевлены этим матчем. Кызылташ, не роби, поскорее гол забей! Изначально крымчане должны были играть с турецкой командой «Истанбулспор», но после вмешательства сторонних политических сил игру отменили. Все же ближе к вечеру футболистам клуба «Кызылташ» удалось выйти на поле и сразиться с командой «Кучук-Чекмедже». Ребята все соскучились, сегодня целый день ждали, поэтому с хорошим настроением вышли на игру. Нам нужна была эта игра, потому что у нас недельный цикл, у нас на неделе игра уже в чемпионате Крыма. Так что положительный результат он всегда хорош. Очень тепло и отзывчиво кызылташевцев встретила турецкая сторона. Зарубежные болельщики не ожидали такого напора и мощи крымчан. Очень хорошо и очень технично играли. Дай бог, еще сыграем. Хорошая встреча была. Благодарим братьев из Крыма. Молодцы! По итогам 90-минутной схватки крымский футбольный клуб одержал победу со счетом 3-1. Теперь соперники настроены на матч-реванш. В матче проиграли, но мы, дай бог, приедем к вам в Крым на реванш, и там хорошо проведем время. Вы нас очень порадовали, мы будем ждать продолжения. Игрой доволен и глава попечительского совета футбольного клуба «Кызылташ», депутат Госдумы Руслан Бальбек. Когда-то Олимпийские игры сформировали идеологию западной цивилизации, стремление к демократии и свободе. Именно спорт позволял примирить соперников и враждующие стороны. Но мы с Турцией друзья, и я рад плодотворному развитию отношений. Мы благодарны властям Турции, которые отделяют спорт от политики. И, конечно же, хотим выразить признательность УЕФА, которые разрешили проведение матча, отгородившись ширмой от политических инсинуаций. Для Кызылташа игра за пределами страны состоялась впервые. И сразу победа. Верим, это станет традицией. Энвер Аблизис, Асан Абибулаев, Али Маметов, телеканал «Миллет», Стамбул.